На сцене также выпускники, которые уже сейчас записывают треки вот этой песни. Я знаю, что она ВКонтакте набирает большую популярность. И, ну, очень классная песня. Артур Саидгараев, Наталья Суровцева. «Не играй со мной». Сейчас на этой сцене также выпускница курса эстрадного мастерства появится. Я думаю, что ну, на местных телеканалах, также в интернете вы часто видите ее клип. Это рок-проект нашей компании. Видели клип? С байкерами гоняют по мосту. Таня Рокрейт на сцене. В глубине моих снов. Oh, hey.
сцене также выпустится проект нашей компании. Йорк, встречайте! Разбег, свободный ветер дорог.
Тимур Кожагильдин. Комнатная мимоза, боишься ты мороза, боишься ты простуды и холодного прогноза. Шапки дома надели, снова метут метели, а до весенней капели ждать еще нам три недели. О чем ты плачешь, мента строга? Осталось ждать совсем немного, когда земли коснется самый первый солнца луч. Осталось ждать совсем немного, весна идет весне в дорогу, весна от сердца твоего волшебный ключ. Комнатная мимоза, прячешься ты, похоже, прячешься ты, но все же знаешь, кто тебе поможет. Злится зима, и вьюга, птицы вернутся с юга, люди найдут друг друга, снег растает от испуга. О чем ты плачешь, мента строга? Осталось ждать совсем немного, когда земли коснется самый первый солнца луч. Осталось ждать совсем немного, весна идет весне в дорогу, весна от сердца твоего волшебный ключ. Когда земли коснется самый первый солнца луч, осталось ждать совсем немного, весна идет весне в дорогу, весна от сердца твоего волшебный ключ. Еще раз давайте поддержим бурными аплодисментами наших участников сегодняшнего концерта. Они самые красивые, самые талантливые. Я уверен, что среди них будут ярчайшие звезды. Перед тем, как мы перейдем к награждению дипломами об окончании курса эстрадного мастерства, я хотел поблагодарить клуб-ресторан «Джумбо» в первую очередь. Давайте им похлопаем за то, что они предоставили нам такое замечательное помещение. В этом мне. Спасибо. Тетя Гиля, у меня мама и папа здесь. Вот я их вижу, они наблюдают, радуются, наверное. Вот. Что хочется сказать? Хочется сказать, что у нас город, он полон талантов, полон талантливых идей и музыкантов. Я очень рад, я очень горжусь, что меня судьба познакомила с этими ребятами. Я уверен, что на протяжении многих лет мы будем продолжать и сотрудничать, и нашу долгую дружбу.
Ну и для... О, вот сразу нормально. Для торжественного вручения дипломов нам, наверное, нужны будут фанфары. И дипломом награждаются все, все участники и участницы. Давайте их поддержим. Я могу так сказать, да, премьера Анастасия Пименова, то есть мой коллега со мной учится. Давайте. Ну что, перед тем, как вручить приз зрительских, скажем так, симпатий, тех голосований, сейчас посчитали уже купоны. И там уже приготовили приз. Приз приготовили. Но вначале я хочу вручить, внимание, два приза. Они, первый приз — это лично от меня, от музыкальной компании «Зимен», скажем так, за преданность своему делу, за характер, за отношения, за трудолюбие. Я, как сказать, я немного думал, потому что все талантливые, все старательные. И дипломом, а также это получается сертификат на 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей, но оно именно на услуги нашей студии, написание авторских песен, там, ну, именно наши творческие. Я решил наградить Полину Черкасову, ваше аплодисменты.